Рассмотрим решение следующей задачи по теории вероятности. Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,7, если стреляет из пристреленного револьвера. Если Джон стреляет из непристреленного револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,3. На столе лежит 10 револьверов. Два из них пристреленные. Ковбой Джон видит на стене муху, но удача хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон промахнется. Для решения этой задачи выделим два события. Событие А. Ковбой Джон промахивается из пристреленного револьвера. И событие Б. Ковбой Джон промахивается из непристреленного револьвера. Других вариантов, при которых ковбой Джон промахнется, не существует. Поэтому решение задачи будет состоять в сумме вероятностей двух этих событий. Так как промах будет состоять, если произойдет или событие А, или событие Б. А это и есть сумма вероятностей двух этих событий. Найдем для начала вероятность первого события, событие А. Оно состоит из двух событий. Во-первых, Джон должен схватить пристреленный револьвер. Вероятность этого события будет 0,2, так как пристреленных револьверов 2, а всего револьверов 10. И во-вторых, он должен промахнуться. Из пристреленного револьвера Джон попадает с вероятностью 0,7, то вероятность промаха будет 1 - 0,7, то есть обратная величина вероятности попадания. В итоге имеем вероятность событий А равна то, что Джон на удачу схватит пристреленный револьвер, это 0,2, умножаем на вероятность того, что он промахнется из пристреленного револьвера, это 1 - 0,7. В итоге получаем вероятность этого события 0,06. Аналогично для второго события, для события Б. Оно также состоит из двух событий. Во-первых, Джон должен схватить непристреленный револьвер. Это вероятность 0,8, так как всего 10 револьверов и 8 из них непристреленных. И кроме того, он должен промахнуться из непристреленного револьвера. Вероятность будет 1 - 0,3. Так как он с вероятностью 0,3 попадает из пристреленного револьвера, а нам нужна обратная вероятность. Она составляет 1 - 0,3. В итоге получаем вероятность второго события, события Б. Джон промахнется, если возьмет непристреленный револьвер, вероятность 0,8, и промахнется из него. Это вероятность 1 - 0,3. В итоге имеем вероятность 0,56. Таким образом, решение задачи равно сумме вероятности первого события плюс вероятность второго события и равна 0,62. Ответ 0,62.